Всем привет! В этом видео покажу вам краткий обзор о том, как взошли гигантские тыквы. Вот у меня здесь семена, которые я сеял из тыквы весом 600 кг. Это тыква, которая с оранжевой шкуркой была. Как видите, из 5 семян на данный момент взошло 3. Я вот эту отставлю, это другая пока что. Вот. 5 горшочков я посеял, 3 взошло, четвертую я снял почву и увидел, что семечко только проклюнулось, пустило корень. И пятую я землю расковырял, тут вот сейчас покажу, семечко, она пустая, я ее придавил, она пустая, в общем, то ли она выпрела, то ли она и была пустой. То есть ее уже можно откинуть. Поэтому у меня осталось не 5, а теперь будет 4 всего лишь штучки тыквы, которая была в прошлом году. Извините, не в прошлом году, а в 2018 году. Эта тыква выросла в Голландии весом чуть больше 600 кг. 3 у меня уже точно есть. 4-я должна проклюнуться. Теперь дальше. Получила из Голландии и 2 семечки тыквы, которая с зеленой шкуркой. Эта тыква была чуть больше 500 кг. 2 семечка, и вот 2 штучки у меня и взошло. Вот это вообще, вот смотрите, какая мощная, красивая, уже лезет настоящий листочек. Посмотрите. Прям красивая-красивая. 2 штучки так и есть. И вот у меня эта тыква, которая, как я ее назвал, хэллоуинская, тоже гигантская тыква. Форма и форма тыквы напоминает ту, из которой вырезают этого монстрика на Хэллоуин. Это оранжевая тыква. У меня таких тыкв было 5 семечек. Ну вот, здесь у меня 3 этих тыквы. 3 они и взошли. Это кабачок. Рядом это кабачок. Вот тыква. 1, 2 и 3. 4-я вот. Она тоже подписана. Вот, видно, всходит. Она просто стоит у меня в этом ящичке. И 5-ю я откинул. То есть этих тыкв хэллоуинских будет у меня тоже 4 штучки. Ну, я вам скажу, что этого достаточно для того, чтобы вырастить несколько плодов. Я буду, планирую на каждом одном растении оставлять по одному плоду. То есть уже 4 плода я могу этой тыквы вырастить. Рекордсменки этой на данный момент 3 есть, 4-я будет. Тоже могу вырастить 4 плода. И зеленой тыквы как минимум тоже 2 плода. Ну, плод и плод, да, по растению. Я не буду рисковать, чтобы оставлять 2 плода. Хотя по технологии я вам дальше покажу. Буду опылять с изоляцией от других тыкв цветочки. Буду опылять и буду оставлять по 2 плода. Потом выберу, какой лучше плод. Я оставлю всего лишь один, который будет быстрее развиваться, который, на мой взгляд, который покажется мне более-менее удачным или каким-то лучшим. Поэтому, а возможно, один кустик возьму и выращу там, допустим, с этой будет один плод, а с этого оставлю 2, и пусть 2 и растет, чтобы получить больше семян. И заразом, так сказать, и увижу, какая разница. 1 и 2 плода, что там будет, какой вес тут, какой вес там можно вырастить. Нужно экспериментировать, тем более есть с чего разогнаться. Это не одна семечка, а несколько. Будем пробовать. Далее я скажу, что по этим тыквам. На данный момент, сегодня 23 апреля, они у меня стоят. Проращивал их в доме на подоконнике. Сейчас я их перенес в свой парничок под пленкой, вот видите. Будут здесь пока стоять.
Я думаю, что ближе к концу апреля, может 28-29 апреля, если будет позволять погодные условия, будет тепло ночью, хотя бы, чтобы не опускалось. Буду смотреть по прогнозу, чтобы было ночью не менее 11 градусов, а то и выше. Если будет такая стать погода, то 28-29 апреля я планирую их пересадить уже в открытый грунт. Там буду делать большую лунку, в эту лунку ложить перегной и высаживать. Процесс этот я вам хочу показать. Будете смотреть, увидите видео. Ну, это в том случае, если будет тепло. У нас сейчас каждый день дожди и достаточно холодно. Поэтому не знаю. Возможно, и в первых числах мая, а то и дальше буду высаживать, если будет холодно. Тыквы пока могут в таких горшочках, девятках быть. Если будет сильно так уж холодно, и тыквы будут большие, и придется их сажать в горшочки побольше, 12, а то и даже, наверное, 15 горшки. Ну, пока их не пересаживаю, держу в этих, надеюсь, что будет тепло и смогу их пересадить. Ну, вот такие дела с гигантской тыквой. Она растет. Напомню, кто, возможно, не видел первое видео, когда я их сеял, вы можете, конечно, посмотреть. Ну, здесь они сейчас растут. Делал обычную почву, с огорода брал, туда где-то 30-40% перегной домешивал. И вот такая смесь, в такой смеси мои тыквы и растут. Никаких удобрений, химии я не применяю. Ничем семена не обрабатывал, просто замочил на сутки и посадил. Ну, вот такой результат на сегодня. Кому интересно посмотреть первое видео, я тут прикреплю в конце, плейлист будет по гигантской тыкве, отдельно я хочу сделать плейлист по гигантской тыкве, можно будет смотреть все видео от начала и до конца. Будем надеяться, что получится вырастить большую тыкву. Я, как говорил уже в первом видео, ставлю себе задачу вырастить хотя бы 200 килограмм для первого раза. Это будет хорошо. Я уже выращивал гигантскую тыкву давно, и 10 лет назад, и 5 лет, и 3 года назад. 3 года назад у меня получилось 136 килограмм тыквы. Это мой рекорд, было самое крупное. Ну, сейчас попытаюсь вырастить 200, получится и будет больше. Надо будет ее притенять, я буду использовать затеняющую сетку. Это уже когда будет тыква, не знаю, в то время, когда будет жара, в августе, думаю, буду притенять, чтобы она не сильно пеклась, хотя она не печется, ну, не так, чтобы на жаре, конечно, будет страдать. Так как сделать лучшие условия, а вообще буду смотреть, возможно, сделаю какой-то типа парничок и агроволокном самым слабеньким с затеняющей сеткой укрою. И там, чтобы плети и сама тыква чувствовала себя хорошо. Ну, вот такое видео про гигантскую тыкву. Кому было интересно, следите за следующим видео. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Обязательно поставьте лайк. И до новых встреч. Всем пока.